Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Заходим в тренировки и забираем нашу команду. Получены награды за тренировку. Это, конечно, все хорошо, что получены награды, но я хочу, чтобы у меня в конце концов уже прокачались мои бойцы. Кто-то меня подколол в комментариях: Рэй, а у меня вот этот новый персонаж на 5 звездочки, я тебя поздравляю. А у меня, как видишь, только на 3. И я жду не дождусь, когда он у меня тоже прокачается. Ну что, заберем награду на арене. Это у нас ползуны, 18 штук. И помимо этого еще получаем вот такие награды. Толкатель. Это хорошо, что толкатель. Толкатель, насколько я помню, ребята, у нас не прокачан по фулке. Команду я возьму. Так, нет, нету. Нету, нету. Вот это, наверное, я возьму. Погнали. Ну, тут сам понимаешь, да? Фехтовальщик выйдет и все разнесет к чертовой бабушке. Сегодня последний день мая месяца, ребята. Наконец-то пришла жара, теплуха. В отпуск я, к сожалению, в этом году не еду, потому что мы зимой отдохнули. Но в следующем году я обязательно возьму летний отпуск и поеду куда-нибудь на моря. Надеюсь на это. Вот. Так что, ребятушки, надо отдыхать. Толстый кошель меня это не интересует. Ну что, давай, наверное, потихонечку смотреть. Во-первых, мы с тобой не допрошли все-таки. А, стоп, подожди. Я хочу глянуть, что у нас тут. Ползун. Так, ползун в наградах у нас, да, идет? Так, где вот у меня у нас ползунок? Ага. Есть смысл заморачиваться, друзья, на ежедневке. Соберите свой отряд. Да, выбор, конечно, невелик. Но мы помним это событие, где, как угорелые, надо будет выпускать то одного, то другого. И я это помню. Сейчас будет расколбас. Да, что-то вот из этого разряда. Там и зомби-камикадзе будет идти. Вот зря я так, конечно, сделал. Отправил их сразу вдвоем. Это глупо было. Глупо. Хотя, вроде как. Я жду, конечно же, суперудар. Чтобы. На тебе. Пшикает он мне здесь. Пшикун. Бумс, вот и мимо. Ну, тут понятно. Ай-яй-яй. Давай, мелкий крестьянин. Наяривай своим. Такой урон ничтожный. Просто, друзья мои, ничтожный урон он наносит. А мечник пока, ну ты видишь, пока он там свой замах сделает. Все, пшикнул. На тебе. Все, ребята, остается чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да твою ж налево. Сколько там? 43 секунды. Ну и время еще есть. Расквасили мы вражеский замок. Ну, честно говоря, как-то напряженько было. Забираем наши карточки на ползуна. 23. Все задаются вопросом, когда я прекращу играть в эту игру. Ребят, я же вам объяснил. Как только мы прокачиваем всех персонажей, полностью всех персонажей до фулл звезд, все, мы заканчиваем игру. Будем ждать обновления или какого-то нового персонажа. И кто-то спросил, а тут уровни бесконечные? Ну, порталы, наверное, ребят, бесконечные. Но уровень у них еще идет. В данный момент мы там с тобой на 168-м, по-моему, портале находимся. Если я не ошибаюсь. Такс. Такой ничтожный урон он наносит. Господи, крестьяне, ну вот просто смех на палке. Вот самое основное. О, мы еще и подожгли, нифига себе, ребята. В первый раз у меня замок начал гореть. Хм. Что-то как-то тут не залегло у нас, смотри. То есть зомби сейчас будут выходить. Ай-яй-яй, все поголовно сгорели.
Я. Естественно, я здесь выигрываю за счет фаерболов, которых выпускаю во вражеский замок. Они тут, конечно, наносят основной урон больше. Больше тут никак не выиграть. На своих этих крестьянинах и рыцарях далеко не уползешь. Я думаю, ты это без меня понял. Раз, два, три, поехали. Хотя я помню, как-то на третьей катке сфейлился, потому что, ну, почему-то я не мог, ребята, их пробить. Просто не мог, они меня прижучили, как не знаю кого. И я и так, и сяк, и ничего у меня не выходило. Он почему-то все это быстрее делал, чем я. Видишь, он выпускает зомби-ползун, зомби-ползун. По-моему, в таком, да? Варианте. Сейчас зомби должен пойти, да. После зомби сразу же пойдет ползун. Ну да, так он и делает. Такая вот у него тактика. Урон-то какой-то вообще детский. Мечник еще машет, уже ползун уже сдох, он все там машет мечом. Ну, понятное дело, полегли. Сейчас следующий будет фаербол. Упс. А тут недобитки, друзья. Ну давай, 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 давай. Да твою налево-то. Есть. Все, ребят. Это событие пройдено полностью. Ни одного фейла не было. Все у нас великолепно. Да, конечно, не очень много получили карточек на ползуна, но уж что-то хоть будет, чем вообще ничего. Ну, а теперь со спокойной душой мы переходим на основную, нашу задачу. Пройти эти порталы. Чумнуха здесь, ё-моё. Чумная мышь. Хм. Давай подумаем. Тут еще лорд. Тьфу ты, лорд. Служитель тьмы. И голем. И голем. Давай попробуем этим отрядом. Не совсем, конечно, я уверен, что пройдем. Но попытаемся. Зачем я здесь взял ползуна, если он у меня не прокачан по фулке, а? Зачем он у меня в этом отряде? Так, ну тут не забываем еще чумнуха. Сейчас вылетит. Сто процентов тебе говорю, сейчас она подлетит. Еще один голем. Ниндзя, ты не спеши. Так, вот этого не надо здесь. Взяли моду призывать кого не нужно. Так, мощь империи. Ну, таким темпом, да, конечно, победа будет уже за нами тут, однозначно. Сейчас запинаем. Прикольно. Ну что, так, квест завершили. Давай дальше двигаться. Так, предпоследний этап. Здесь, блин, призрак этот добавляет. Твою же налево. Вот нужен мне этот призрак, скажи-ка мне на милость. Нет, конечно. Бесява, бесява, конечно, сейчас будет. Ну что, голема начнем? Давай, вызываем голема. Следом, как обычно, вызываем ниндзю. Ой. Е. Блин. Фью. Но все равно, ребят, как-то не... Так, он отхиляется. Опять сейчас со своими скелетами. Ну, ё-моё, блин. Достанет же в корень. Ты некро, блин.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не справляемся. Фух. Трэш какой-то, согласись. Я ползунов за ползунами отправляю. Нормально. Разрулил я все-таки здесь каточку эту. Так, ребят, ну и теперь последний, естественно, этап. Здесь я возьму свой супер-пупер грозный отряд. Свой супер-пупер грозный отряд. Как сделать? Рунина вызвать первым или что? Во-во-во-во, побежал, побежал, побежал. На тебе. А вот это вот не очень хорошо. Чумнуха вылезла, а? Зашуршали сланцы. На! Хорош, там, блин, неко что ли вылезла? Ну, точно. Да разнесем мы этот замок, поверь мне. Все. Как всегда, Босяцкий не вылез, не показал свое лицо. Забираем сундук нежити. И что нам выпадет здесь? Это все у меня прокачано. Так, ребят, нефритовая империя. Ниндзя плюс самурай. Ниндзя плюс самурай. Да, самурай, если начнет, конечно, плакать. А он обычно любитель поплакать. Будет не очень хорошо. Потому что ниндзя будет всегда бомбить сзади из-под тишка, что он всегда и делает. А ведь он так и сделает. Ну, естественно, ребят, ну, естественно. Передамажит, да? Ать! Да куда ты, ниндзя, лезешь-то? Твою ж налево, ну, дур... А, не, повезло. Хорош, две ниндзя сразу же. Опять же, ребят, фортуна просто на нашей стороне была. Вот началось, началось. Самые бои самые сложные, потому что короткое расстояние между замками, ну и сам понимаешь, да? Особо не разгуляешься здесь. Так, ну что, поехали дальше, смотрим, кто здесь проявляется. Храмовый пес. Кто-то из подписчиков его нахваливал, говорит, зря ты его недолюбливаешь и недооцениваешь. И начал приводить примеры. В принципе, да, соглашусь. Соглашусь, что он может криком своим нанести урон через противника по замку. Но все равно как-то вот не мое это, ребят. Вот не мое и все. Есть мои бойцы, мои ребята, которых... Ну, с удовольствием хочешь вызвать. А вот храм, ну что-то вот как-то не лежит у меня к нему душа. Блин, прикольный сзади пейзажик, да? Ай-я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 й, ну-ка. Такие там домики. Ну, в Китае или в Японии, наверное, в Японии вот всегда так любили делать. Домики такие вот в горах там где-то на побережье. Эй, ниндзя, ты что делаешь-то? Зашибись. Она почему-то не стала бомбить по вражеской ниндзя, она начала бомбить в замок. Молодец. Подставы такие, а? Yeah. И этот замок тоже мы разнесли. Ну что, третий этап. Черепаха. Поверь мне. Поверь мне, это черепаха. Так, игра вылетела. Ни с того, ни с сего. В общем, что мы тут? Да, про черепаху. Черепаха здесь для меня вообще ничего не значит. Вообще ничего. Я просто возьму сейчас ее, наступлю и подошву так об травку. Знаешь, как вот, когда вляпаешься кое-куда. Ногой так. Типа. Отстань, моя черешня. Так, слушай, ниндзя слишком, самурай слишком близко подошел. Ну, конечно же. Давай, 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 ниндзюцу. Так, может быть... Ать! Замечательно. Что там хлопает еще? Хлопает там кто-то, понимаешь ли? Блин, вот это, конечно, бесит. Вот очень бесит.
О, мы еще и откинули его. Замечательно. Давай, голубчик. Истерика. Ну и естественно. Так. Тихо. Черепашка-ниндзя тут пришла мне. Явилась, блин, не запылилась, да? Нет, тут шансов нет у противника. Все. Расколбас полнейший. Ха-ха, ну ниндзя, ну молодцы. Знает свое дело. Не зря хлеб кушают. Ага. А здесь, ну я ничего особого не вижу. Храмовый пес. Да, ниндзя, не спорю. Вредная. Очень вредная. Попробуем этим отрядом. Всадник на журавле, ну, дорогой, да. Ой. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь, а? Копейщик, ну куда ты вот бежишь, я не понимаю. Блин, там еще и самурай этот. А сейчас еще и ниндзя прибежит. Ай, сейчас начнет расколбас тут делать мне. О, обожаю, молотильщик, когда ты так делаешь. Просто красавчик. Просто щелкунчик, ё-моё. Давай. Эть. Из-под тишка, блин, а. Ну давайте, пробивайте, продавливайте этих хламонов там всех. Совсем другое дело. Иди ты, пёсе. По-моему, все, мы его тут прижучили капитально. Тут уже не отвертеться ему. Как бы он ни хотел. Опачки, друзья мои. Ну, бог ветра, ё-просто, не надо. Бог ветра, я знаю. Начинает там нас сдувать, потом еще бомбить. Ну-ка нафиг. А вот это же, ребята, священная рыба. Как она у них называется? Кто помнит? Можешь написать в комментариях. Это окунь какой-то или карась. Золотой карась вроде бы как-то там. Нет, это все-таки золотой окунь. Нет, по-моему, золотой карась. Она даже во всех, по-моему, сериях этих, как ее, где этот Пикачу. Ну, ты понял, покемоны. По-моему, там тоже есть. Плюс, вот мы играли, когда этот... Стоп. Ай-яй-яй-яй, вот это вот подкололи, ребята. Ну, лучше... Нифига там у нас этот луч бесконечно, по-моему, бомбил. Так, давай эту черепашку-ниндзю. Все, упала она. Летит, помощник мой. Воу, нифига тут. И саму этот, и Ронин у меня в гневе пришел. Там еще и этот прыгун то же самое сделал. Перепрыгнул, начал добивать. Замечательно. Итак, что у нас тут в наградах? 9 кристаллов и всадник на журавле. Так, ребята, империя. Долина подданных. Давай мы, наверное, вот этот отряд возьмем. Самый дорогущий, по моему мнению, вот этот вот самый дорогой отряд у меня. Эй! Да, когда фехтовальщик в гневе, лучше его не трогать. Это однозначно. Так, баллиста 300, да? Клетку. Пускай постоят, подумают над своим поведением. Лезут они тут, понимаешь ли. На кого вы батон крошите? Сумки. Карточку заберем. Хотя и нафиг она нам не нужна, но... Вот жаль, здесь нельзя сделать, да? Вот типа как бы обменный пункт. Берешь те карточки, которых у тебя дофига, и меняешь на те карточки, которых у тебя нету. Ну, например, если у меня там фулл карточки, например, на фехтовальщика, а на моего
джиггернаута не хватает, чтобы можно было, например, даже я готов 10 к 1 менять. То есть 100 карточек на 10 карточек на джеггеры. Мне кажется, и то был бы толк, потому что у меня есть такие там запасы этих карточек. И их никуда не деть, они копятся, копятся, копятся. Или хотя бы уровень бы сделали бы, да, уже, чтобы здесь был не сотый уровень максимальный, а, например, 200-й, чтобы добавилась еще какая-нибудь одна эволюция. Было бы вообще шикарно, я думаю, многим бы зашло бы такое нововведение. Угу, угу. Пошли, 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 пошли. Так, мне срочно нужен балетмейстер мой. Да хорош уже, выпендриваться, достали. Чё не говори, ребят, но паладин — это, конечно, паладин. Очень жесткий чувак. Очень мощный, блин. И этого отрицать нельзя. Пошла, пошла бомбить. Правильно вот тыкать копишком. Я еще одного вызову. Еще одного баллистика. Ну-ка. Нет, тут все, ребят. Замок уничтожен. Замок уничтожен мой. Ну что, переходим на третью, да? Третья битва у нас. Ну, тут должно быть все легко. Тут... А, подожди, какой легко там? Грифон, ё-моё. Ой, по-моему, я сейчас... приплыву. Так, мне нужен, мне нужна срочно, ребят, баллиста. Прям вот срочновский. Блин, а он мне не даст сейчас, да? Или даст? Или не даст? Ха-ха-ха, вот это круто. Вот это я понимаю, ребята, сделал. На, обоих туда. Хоть какую-то передышку, чтобы у нас джиггернаут вышел. Ну, а дальше, сам понимаешь, все будет разыграно как по нотам. Грифонушка тут вылез. Угу, угу. Вот так вот. К стеночке их. Этот у меня захиливается. Джиггернаут. На тебе. И грифон тоже попал, да? А, нет, грифон не попал в клетку, к сожалению. А это уже и не важно, попал он там, не попал. Главное, что мой грифон здесь стоит нормально, шевелит усами. Давай, давай, ребята, ну. Е. Отлично. Так, предпоследний этап. Прибавляется лучница. Прибавляется лучница у врага. Я жду, я пока на изготовке, ребят. Так, баллисту нет. Джиггернаута, наверное, да? Потом, потом уже баллисту. Этот хламон еще лезет. Да, вышло. Вышло это чудо. С эффектом поджога. Так, грифона. Тю-тю, нормально. Ай, ай-яй-яй. Ну-ка. Ну, заработало, конечно, все, но не так, как я хотел. Друг за друг. Нифига на. Отсюда до грифа, прикинь. Обалдеть, вот отсюда до грифона. Грифон здесь стоял, блин, фиг знает, за 3-9 земель. Она по нему попала. Хорошо, не подожгла его. Так-с. Ну, вроде бы как пахнет дело керосином для нашего противника. Да. Тотальное уничтожение. Замок рухнул. Ну и последний здесь этап. Так, у нас отряд. Ага. И есть еще порох-то в пороховницах, ребята. Есть. Сейчас мы своим супер-пупер-тубер агро-отрядом
Такой им сейчас расколбас сделаем. Идет хлыщ. Сейчас мы с тобой разберемся. Так, Ронин. Эй, как всегда, еле-еле не торопится. Луч. По красоте. Все, мы взяли преимущество здесь. Прыгу. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже нифига не смешно, ребят. Есть. Обалденно. Обалденно, мы прижучили их там. Прям в уголочке отпинали этого архиепископа. Еще 9 кристаллов. Замечательно. Так, друзья мои, территория роботов, собственной персоны. Так, погоди-ка, у нас... Ага. Вот. Роботики мои любимые. Так, не забывай тут толкатель этот, который терпеть не могу. Блин, он очень, очень легко разносит молотильщика. Тут нужен палыч, скорее всего. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нет, тут... Молодец, молодец, что-то его оглушил, но... Ну, давай-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 давай. Еее. Молодец, молотильщик, все-таки у тебя удалось. Что-то там хотел пикнуть, но мы его, ребят, притяжением просто начали к себе подтягивать. И в этот момент он, естественно, ничего сделать не смог. То есть первая катка вообще на ура. А вот здесь уже будет посложнее. Потому что этот репульсор, ну как ни крути, ребят, но все равно отталкивает. Они оба, в принципе, толкуны. Что один, что второй. Только толкатель дорого стоит, а репульсор, ну, практически сущие копейки, ребят. Так, ну этот охламон пускай идет. Мне он, в принципе, как бы не нужен здесь. Вот, сейчас начнется. Вот сейчас начнется, ребят. Выкинул, понимаешь? Обожаю я вот это вот притяжение. Потому что когда притягиваешь противника, он ничего сделать не может. Он просто тупо затягивается и все. Ничего он сделать не может. Блин, а вот это вот, конечно, фигово. Все-таки всадник уже равле крут. То, что он пробивает все, что ему попадается, да? Он и наземные, и воздушные цели. То есть он сквозным. Там 3 противника стоит, 2, 4, 5. Хоть целая рота, он все равно пробивает их всех. Он пробивает противников и еще при этом задевает замок. Это, конечно, круто. Воу, вот здесь уже молотильщик. То есть акцент делаем на всадника на журавле. Ну, паладин, конечно, выдержит урон пилы. Это однозначно. Ой. Так-с. Сейчас, наверное, как всегда. О! Нифига себе. Молодец, он еще его оглушить успел. Ай, не дошел чуть-чуть. Вот это я обожаю, когда... Так, ладно. Слушай, вот это на гадость. Вот так вот. Вот и пошел у нас всадничек работать. Не, паладин в легкую выдерживает отряды бомбера. В общем, сам видишь, что прекрасно. То есть паладин довольно крепкий персонаж. Особенно, когда он еще вешает щиты, то это вообще топово. Ну, здесь ничего страшного нету. Здесь, слава богу, команда роботов без всяких там толкателей. В общем, ты понял, да? Которых я терпеть не могу. Кстати, мы давно, знаешь, с кем не боролись? С бродягой. Ой-ой-ой, сейчас мне тут устроят, блин, бродягу. Эй! Палыча надо вызывать. Ну, видишь, палычи могут оттолкнуть и пробить замок. Ага.
Нормально. Еще и убежали. Молодчик сзади такой. На тебе, этот щитобот, куда типа побежал? По заднице ему своей циркулярочкой прокатился. Да, красиво получилось. Видишь, пофиг нашему всаднику журавлей. Что он там прыгает, что он там делает, что этот летит. Нам по барабану. Абсолютненько. Абсолютли. Что там за возня непонятная? Есть. Фух. Пробили. Так, ребят, последний этап. Последний этап у нас. И у нас, ага, здесь энергия есть. Но я буду использовать вот этот отряд. Армия Тресогуски. Надеюсь, хоть все знают, что есть такая книжка «Армия Тресогуски». Кто-нибудь читал ее? Так, ну что, поехали. Нет, 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 парень. Так дело не пойдет. Едет он. Хорошо, что я Ронина не стал вызывать сразу, потому что иначе бы он отдуплился. Давай, 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 родной. Все, в 3 секунды, ребят, замок. Только стоило им подойти к замку, и его стерли с лица земли. Ну-ка. Так, отлично. Дальше идет Нефритовая империя. О, тихо, 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 тихо. Тигренок. Блин. И как? Твою налево, отряд-то совсем не подходит для этих целей. Эй. Совсем, понимаешь, не подходит для этих целей. Если я вызову Джиггерна... Блин, у этого тигра очень офигенно, ребят, урон. Сейчас ты в этом убедишься, ты посмотри. Я думаю, дальше тут не о чем говорить, да? Ух! Вот это да! Вот это Уэлсон, блин. Вот это припечатал он сейчас. Тут нужен у нас грифа. Блин, когда вот в этой, конечно, в Нефритовой империи выходит тигр, это какой-то ужас, кошмар на улице Вязов, блин. Он меня очень сильно пугает. Слава богу, здесь мы справились. Так, ну что у нас там еще есть? Есть у нас, да, у нас остается одна энергия, ребята, всего лишь одна энергия. Ну, тут с этим-то отрядом я вообще могу с закрытыми глазами играть. Тут хоть тигр, хоть сам леший, хоть сатана выйдет, мы все равно здесь победим. Просто возьмем и победим. Маг-воин просто обалденный, да, со своим отражением. Просто короночка его — это отражение. Отражение любого урона, который идет по моей барышне, он отражается обратно во врага. То есть вообще топово. Это, я считаю, одна из самых имбовых, наверное, спецвозможностей, так скажем. Все. Разбомбашили. Так, ну что, ребята, вроде бы действительно у нас на всех отрядах кончилась энергия. Да. Ну что ж, тогда и я, наверное, буду. Я сейчас хочу кое-что глянуть просто. Ага. Нам не хватило совсем чутка, чтобы перейти в новый портал. А новый портал у нас 188 будет. Ну что, друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.